Совещание по вопросам подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду прошло в актовом зале администрации Одинцовского округа. В рамках проекта «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» в мероприятии приняла участие депутат окружного совета Ирина Грабарчук. На особом контроле у ресурсоснабжающих организаций должны быть устранение нарушений гидравлических и тепловых испытаний, проведение испытаний на плотность, прочность и максимальные тепловые нагрузки в котельных, а также очистка и промывка оборудования тепловых сетей и систем теплопотребления, отметила Ирина Грабарчук.